Собственно, задача утеплить вот эту стену. Вот, видно, что тарелка триколора, она четко на юг смотрит. Вот, соответственно, это практически южная сторона. Вот, видно, как облупилось дерево. Вот, но это не самое главное. Самое главное вот там, вот эти места утеплить. Потому что с большой крыши падает снег и остаются кучи на холодной крыше веранды. Вот, соответственно, и солнце, и снег, и все это, видимо, очень здорово влияет на деревяшки. Вот, я больше скажу, что даже вот здесь вот, где не тронута вагонка, солнца-то нету. У меня такое впечатление, что очень здорово сифонит зимой. Хотя здесь брус. То есть первый этаж брус. Второй этаж каркас. Вот сейчас залезем, посмотрим. Да, у нас тут цветник. Ирисы безумствуют в этом году просто. Фантастические. Совершенно цветы. Сейчас они все разом прямо вышли. Это главный агроном нашего колхоза. Старший научный сотрудник практически. Да. Вот. И сотрудник, и работник, да, и рабыня. Да. Очки для солидности. Что делать? Он меня заставляет. Ага, сейчас заставляет. Сама бежит припрыжку. Вот такой вот горошек. Уже большущий. Это грядка, капуста, брокколи. Лук, пекинская капуста. Не знаю, что будет с малиной. Смородина будет какая-то. Ну вот, были же заморозки у нас. Вот, вот это моя гордость. Грядка, сделанная из кабельной изоляции. Вот, соответственно, вот здесь вот уже сидят помидоры. А тут они будут сидеть. Вот, ну, с фруктовыми деревьями в этом году никак. Так что ничего не сделаешь. А клубника вон вовсю. Какие-то лошади прямо, они кусты клубники. Лёжа, там уже вот такая клубника. Да, такая. Скоро будем есть клубнику. Так что сейчас это надо учесть. Покажу. Вот это вообще офигенские ирисы. Они здоровенные, вон, вон какие лошади. Как жалко, что я не продавец цветов. Сейчас бы так денег заработали. Ой. Я даже перчатки сниму ради этого. Первый урожай. Лянь, какая из одной клубники. Красавица. Но она может быть даже съедобная. Съедобная? Смотри, чистая. Да, чистая клубника. Ну это мы конкуренцию птицам тут с клубникой создаем, потому что основной потребитель, ну, отнюдь не люди, а птицы. Птицы не видят. Ну, пока не видят. Соответственно, петрушка, руккола, укроп. Тут что-то типа базилика должно было взойти, но не знаю, еще, может быть, взойдет.
А тут скошенный крест-салат. Вот, а вот это салат. А вот это инжир. Серьезно? Ждем плодов когда-нибудь, когда климат еще больше потеплеет, будут плоды. Да, кстати, вот миндаль, он офигенно цвел, и как отцвел, вот такая приключилась. Его пришлось, сделать обрезание. Света у нас мастер по этим вопросам. Вот, хорошо до меня не добралась. Вот, так вот, с другой стороны, я все-таки хотел две лестницы сделать с двух сторон на эту крышу. Вот, но сделал одну лестницу, в смысле не одну, а с одной стороны можно забраться туда наверх. Вот, получается, чтобы мне ходить по крыше, пришлось сделать вот такие вот лестницы из обрезной доски. А вот техническое состояние стены. Ну, как бы повыше там в тени ничего, а пониже тут вообще супер, конечно. И вот у меня сейчас непонятка. То ли это отдирать и смотреть, что там творится, то ли просто тупо еще слой утеплителя. Вот, и придется такую же деревянную вагонку, имитация бруса, покупать. Почему? Потому что здесь лежит снег, если делать пластмассой там или еще чем-то, оно просто полопается, сомнет. Вот, а этот снег чистить зимой очень проблемно, потому что вот это вот расстояние, оно больше 5 метров. И здесь залезать как бы не очень-то и весело. Вот, и вот туда я не полезу, наверное. Вон видно, вот там аж щелюга такая образовалась. Ну, хорошо, там жесть под, углом, и поэтому вода не затекает, в общем-то. Может быть, что-то затекает, но не так много. И, видимо, вот из-за воды там и утеплитель съежился. Вот, и так далее, и так далее. На самом деле, тут же еще комната начинается вот где-то вот там. То есть там под этим металлом лежит тоже утеплитель, и он лежит не очень хорошо. Я оттуда с чердака напихивал, но как бы сколько смог напихал поплотнее. Вот, потому что уж очень разрежено все это лежало. Вот панорама у нас нашего бытия. А вот там вот уже вот за этой лесополосой небольшой уже выбрали песок, и там, где был песок, уже засыпают глину. Вот, так что как-то так живем, очень шумно. Ну а что делать? Тут сделать ничего невозможно. Вот, надеемся, все-таки когда-то это закончится, безобразие. Вот Светлана поливает. У нас еще есть съемки с вертолета, когда Ваня последний раз привозил весной. Вот, немножко поснимали сверху просто участки, не суть, интересно, конечно.